Мама, как не хватает нам тебя, родной, единственный, неповторимый. Как тяжело бывает иногда без теплоты твоей, без доброты и тихой силы. Наша мама Аронова Раиса Рахминовна родилась 1 октября 1930 года в городе Коканди в семье благородных родителей Аронова Рахмина и Ниязовой Зельпо. Детство и юность нашей мамы выпало на тяжелые военные годы, через которые пришлось нести большие трудности и потери, что воспитало большую силу и волю ее характера. В 1947 году, будучи юной 17-летней красавицей, наша мама вышла замуж за юного чернобрового красавца Пахчакова Бориса Хацкевича. Город на Манган. В этом браке родилось 5 детей, 3 девочки, 2 мальчика, родилось 13 внуков и 14 правнуков. Родители прожили вместе 40 лет до преждевременной кончины нашего отца, которому было всего 58 лет. Но несмотря на ранний уход мужа, наша мама осталась ему верна до конца своей жизни. Большое спасибо всем за все эти такие приятные тосты и все пожелания. Немало на мою долю, товарищи, выпало на все мои годы испытания в жизни. Но главное в жизни, всегда человек должен при всякой ситуации жизни преодолевать трудности, не падать духом. Всегда с поднятой головой мужественно преодолевать трудности. Этому благородству и мужеству учили наши родители. Царство небесное моим родителям, моему отцу, моей матери благородной, которая все привила нам, и я своим детям. Порой бывает, что невзначай все это идет от души. Если я делаю человеку, так я сама рада становлюсь добро. Вдвойне мне легче становится. Я благодарна праху своим родителям. Я спасибо Богу еще говорю, что на сегодняшний день я своими детьми, слава Богу, благополучно защитила себя до этих лет и дожила. Чароинка дан тёно нам сипани, на мисо сипесуя.
1993 году мама со своими детьми и их семьями эмигрировала в Нью-Йорк, где достойно прошла все этапы эмиграции, проявив черты своего сильного мужества и духа. Наша мама прожила честную, благородную, плодотворную жизнь. Она была человеком огромной и богатой души, очень сильной и мудрой женщиной. Наша мама оставила за собой очень доброе и светлое имя в сердцах людей, потому что бескорыстно приходила на помощь любому человеку, нуждающемуся в помощи. Ее дело счастливой помогать людям, и это было смыслом ее жизни. Жизнерадостная, веселая, сильная, мудрая, с огромной бодростью духа, почитающая законы Торы, умеющая противостоять трудностям и невзгодам судьбы. Самое главное, я прошу Бога, что Илоим Бахама Тинджите, Хамоти Дунья Батинджите, Его Мудра Бламгуина Куна, Илоим Бактори Хамма Сори Исраилой Бланкуна, Каскна Ди Исраилой Нескуна, Исраила Боуруби Затшра Илоим, Брахас Лохотия Илоим, Бачошанум Неверошанум Ротшабина, Бактори Исраила Сори Бачекой Моя Хамошана Бланкуна Илоим. Облай мен хай худай мен аз дар ки дарам дим духтарам ман нигар туқнам андиш бачас мони сиои туқнам Мы, дети и внуки, очень благодарны своей маме за все, что она стремилась вложить в нас. Доброту, благородство, порядочность, силу воли и духа, уважение к старшим, чтение законов Торы и умение радоваться жизни. Мы будем всегда чтить ее светлую память и стремиться воплотить в жизнь все ее помыслы, заветы и мечты. Родная, нежная моя.
В жизни. Еще выше всего стоит в жизни это уступка в жизни. Если человек не будет в жизни уступать и все время держать зло в душе, это и Богу не угодно. Бог потому что говорит, если я всю жизнь вас столько грешите, я прощаю, а почему вы не должны прощать? И поэтому Бог любит людей смиренных, не злопамятных и уступчивых. Когда вы уступите, и будет шаломи. И вот я хочу сегодня сказать, что вы между собой должны жить дружно, в единстве, в братстве, и тогда нас все полюбят, и у нас будет всегда победа, и Исраэль будет шаломи, и в Америке куда ходить. Я твои ладони ласково целую, сила жизни в них и души тепло. И вдали от дома по тебе тоскую, если уезжаю очень далеко. Жизнь мне подарила и всегда учила, как любить всем сердцем и уметь прощать. Будь всегда мужчиной, ты мне говорила, верь в себя, старайся веру не терять. Мама, я люблю тебя, мама, милая моя, самый близкий друг мой, я спешу тебе сказать. Мама, я люблю тебя, небо за тебя моля, ангел самый добрый мой, ты хранишь меня. Правда, где же боги? Кто писал судьбы дороги? Кто решает, что уже пора? Вы ушли, не попрощались, только в памяти остались. Вы с улыбкою остались навсегда. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. По глазам родным скучаю,
как же мне вас не хватает. Но зачем так рано вы ушли? Я прошу, я умоляю, и молитвы вслух читаю. Возвращайтесь, родные мои. Возвращайтесь, возвращайтесь. С Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога. Вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. Тяжело осознавать, что наша мама ушла навсегда, что мы никогда не сможем услышать ее ласковый голос и ощутить ее безмерное тепло. Тяжело осознавать, что мы проиграли борьбу с жестокой, коварной болезнью, которая унесла жизнь нашей дорогой мамочки за 2 коротких месяца. Это были тяжелейшие месяцы борьбы и отчаяния, мольбы и надежды. Но, к сожалению, судьба распорядилась по-своему, и 6 апреля 2015 года перестало биться сердце нашей любимой мамочки. Нет слов, чтобы выразить боль и тоску от этой утраты. Нет слов, чтобы выразить всю горечь расставания. Мы низко склоняем головы и хотим, чтобы наша мама спала спокойно, и знаем, что она всегда смотрит за нами, благословляет нас и дает нам силы преодолеть любые трудности.